Я всех приветствую на своем канале. Давайте сегодня немножко пройдемся по стеллажу. У меня много что зацвело. Новинок, конечно, мало. Я все вам уже показала. Давайте поэтому посмотрим просто, что у меня цветет, так как ну, какие-то а-ля обучающие видео снимаются довольно долго. И, судя по просмотрам, они мало кому интересны. Поэтому, ну, давайте посмотрим на цветущие. Здесь у меня отцвел уже Чанта Спринг. Смотрите, как он уже зарос. Нужно его как-то опять либо рассаживать, ой, либо опять обновлять. Буду думать. Здесь у меня зацвели миниатюрки. Это ИВ Золотой Ключик. Мне нравится этот сорт тем, что он цветет под лампами. Опять же, здесь цветет шведка, много цветоносов, цветоносы жидкие, но их много. Вот те, которым меньше хватает света, они более белые. Те, которые яркие, они под лампой. Также медузка начала у меня цвести. Эти все у меня пересаженные. Вот это у меня пересаженная. Уже в чистый грунт, в новый. Шведка еще нет. Ну, как видите, цветет. Мини-диана постоянно цветет. Показать нечего. Вот последний остался. И вот здесь у меня довольно обильно цветет кит-бридж. Я его обновляла из черенка. Здесь зацветает черенок Пак Салмон Куин. Оставила себе дубль, потому что кустик уже старый. Я, наверное, вот эту полку буду оставлять, не буду выносить на улицу, кроме ангела и морковкиного блюза. Эта полка полностью почти из фиалок. Они у меня здесь так и останутся. Это АВ просто космос. Красивая фэнтези. Здесь опять Ваше Величество у меня цветет. Дамасская роза опять начинает. Лампы делают более яркими цвета. И здесь опять зацветает Макс Кунг. Тоже нужно обновлять розетку. Уже пошел некроз по листьям. Нужно уже, видите, что-то делать. Ну и последняя полка с пеларгониями на этом стеллаже. Еще ничего не пересажено. Я сделала себе коррекцию зрения, поэтому сейчас пока берегусь, чтобы не попасть всяким перлитом и землей себе в глаза. Здесь опять цветет юдиска. Постоянно выдает цветоносы. Жду, когда смогу вынести всех их на балкон. Здесь у меня маурин, это второй куст, я решила вырастить из черенка. Но опять же, вот как ты его не переращивай, мне не нравится этот ужасный куст. Какой-то он в палку растет постоянно, сейчас вам покажу. Основной куст, вот я с него срезала черенки, это, конечно, ужасно. Вот это еще нужно все обрезать. Ну, я боялась, как бы они у меня вообще не пропали. Здесь тоже не пересажены. То есть мне осталось пересадить две полки. Вот так хорошо разрослась плюшка варигатная Wood Surprise. Тоже надо ее пересаживать. Вот сколько говорят, что пеларгониям нужны огромные горшки. Вот неправда, вот неправда. Они в маленьких отлично наращивают зелень. И четвертая, последняя полка с пеларгониями. Здесь я все пересадила. Опять же, в маленькие горшки, в литровые и 1,5 литра, наверное. Ну, может быть, только у меня фолий в 2 литра сидит. Вроде все зелененькие. Они все качались, не знаю. Разрослась ли корневая система, пересаживала я буквально месяц назад, но вроде все стоят зеленые,
никто вроде не погиб. И то ладно. Так, самая верхняя полка. Тут у меня все цветет. Лунный заяц. Вабанк. Я переукореняла АВ-сектор приз. Зацветает яблоневый сад и ириш флирт. Где-то, кстати, ропс люс нюдл уже отцветает шапка. Это моя химера Балчук мечта. Вырастила я много от нее пасынков. Мне кажется, они даже получились более-менее приличные. Это ропс лаки намбер. А вот пасынок. Вроде бы весь химерный. Кто из Москвы, можете забронировать себе. У меня их 2 или 3 штуки. Вот здесь химера цветовая. Calico Queen. Пока шапку нормальную не собрала, но главное — цветы по сорту. Конечно, все у меня заставлено. К сожалению, места совсем нет. Расцвела у меня Ле Виктория. Мне очень понравился цвет. Это стандарт. Вот такой цветок. И у меня есть детки. Кто по Москве, можете купить у меня уже сейчас. Потому что сезон почтовый начнется только в конце апреля, я так предполагаю. Там вдалеке у меня Lion's Little Sweetheart. Здесь жемчужный восторг, листовая химера. Очень хороший букет в этот раз. Здесь Нейтири зеленеет. И Ват Супер Сын. Я оборвала эти огромные цветоносищи. Он, конечно, своеобразный. Последний остался. Цветы очень красивые. Розетка маленькая. До сих пор сидит у меня в 50 миллилитров. Но цветоносы валяются. Так что у кого много-много освещения и кого не смущают длинные цветоносы, можете как бы завести себе этот сорт. Здесь у меня какие-то просто джунгли. НК «Спокойной ночи» тоже у меня стоит на продажу по сорту. Мне очень понравился этот сорт. Цветет очень охотно, розетка довольно компактная. И здесь РС «Воображуля». Тоже такие крупные цветы и гёл листва. Вот такие огромные цветы. Это LF лилия. Тоже у меня куча деток. А РС воображуля у меня есть лист с деткой. Так, это у меня АВ психоделика без фэнтези. Кстати, хочу вам сказать, не помню, говорила или нет, не такая уж и опадашка, между прочим. Нормально держит цветы. Мне нравится. Я, наверное, себе оставлю. Вот, правда, она иногда выдает синенькие. Но это не страшно. Фэнтезюшки вот кое-где можно увидеть совсем-совсем чуть-чуть. Да, цветоносы длинные. Я поставила под мини-фермер, и все равно они длинные. Это рождение Афродиты АВ. Очень плотные такие цветы, гипермахровые. Нужно хорошо подкармливать, иначе сил может не хватить. Здесь F перемены к лучшему, мой спорт. Тоже все время цветет, очень мне нравится. На камеру абсолютно как-то смотрится не так красиво, как в жизни. И здесь у меня махровая петуния АВ. Как-то цветы мелковаты в этот раз. Но зато с белой каймой, видите? Они туда просто смотрят. Вот, может быть, с этой стороны будет получше видно.
И здесь шикарный кашемир. Очень он мне нравится. Они похожи с LF лилией. То есть у лилии такой же цвет и такая же фиолетовая кайма у цветка. Но у нее гел листва, компактная розетка, а это просто вот стандарт на зеленой розетке. Полка со всем менюшечками. Это Бере. Что у нас там? Дыхание весны. Как-то так. Зацветает у меня Eternal Orbit, химерка. Я отсадила уже пасынки. Если будет по сорту, то у меня есть пасынки. Это у меня... опять забыла, как он, Морганс или Вестли. Я их путаю. Хантерс. Коралл. Карес. Хантерсы, Моргансы. Так, это Торонто Белл постоянно, такие бабочки. Эвридика тоже постоянно цветет, тоже у меня есть детка. Не детка, а пасынок. Вон с Бизи Би, Фавн. Здесь Робс Дэнди Лайон. Это Леголубой Лютик. Адамчик у меня тоже есть, дубль. Химерка, Raspberry Whisper, Nestini Flame, а это Encuraçao. Также там Pizzicato Paradise. Пицца Pizzicato. Ну и так больше ничего особо. СК «Первая любовь». Опять нужно ее обновлять. Здесь кисельные берега опять... уходят у меня в спорт, видимо. И здесь Robs Lucky Charm. Последняя такая цветущая у меня полка. Не знаю, рассказывать вам или нет, потому что здесь у меня висит вторая лампа, и очень неудобно показывать. Все здесь цветет. Даже не могу туда пробраться. С телефоном. Ну вот, как есть. Покажу. До чего достану. Очень красивый РС Ариадна Спорт. Мне очень нравится. Отсадила тоже пасынки. Есть у меня еще вот Аве Мерлин Монро. Две штуки одинаково цветут. Ну, без толстой белой каймы. Я тоже поэтому предлагаю кому-нибудь второй экземпляр. Соответственно, цена, как у обычной фиалки, не как за фиалку-призрак. Кому нравится вот такая расцветка. Сейчас вам покажу второй экземпляр, там цветы получше. На этой полочке у меня стоят стандарты, три штуки, которые мне нужно перенести на подоконник, потому что все-таки мои узкие полки подходят в основном для миниатюрных сортов, потому что эти три фиалки мне затеняют все мои какие-то здесь излишки, не излишки. Есть у меня в излишках арбузный снег. И Аве Гром и Молния. Лист с деткой. Также в излишках еще вот этот Лея Метеоритный дождь. Несколько штук по сорту, соответственно. И здесь какие-то мои новинки, какие-то тоже излишки. Очень красиво зацвела Аве Влечение. И это у меня в дубль, второй экземпляр. Соответственно, один у меня есть на продажу. Мне очень нравится этот сорт. И здесь у меня расцвели новинки два ривермиста. Ривермист Big Willing. Просто розовые такие звезды с белым горошком фэнтези. К сожалению, ривермист Калипсо
у меня не по сорту, потому что я купила его с растений не по сорту, как оказывается. То есть у продавца на фотографии он тоже без, как вы видите, штрихов фиолетовых фэнтези, только белые горохи. Очень жаль, я тут оставила кучу пасынков, хотела уже поделиться. Но получился у меня вот такой экземпляр. Кому нравится, как бы, пожалуйста, могу поделиться. Цены, вы знаете, у меня низкие. Детки от 100 рублей, стартеры где-то по 200. Ну и взрослые растения у меня где-то по 250-350 рублей. Потому что часто меня под видео спрашивают, скажите цену, напишите список. Естественно, я на Ютубе и нигде в комментариях никому не буду отвечать, сколько у меня каждый сорт, чего стоит. Пожалуйста, пишите мне на почту. Вы можете зайти на мой канал, не на главной странице, а на страничке, где о канале. Там указан и мой Яндекс.Дзен канал, и моя почта, если я не ошибаюсь. Также я частенько в сообществе публикую, какие у меня есть излишки и куда мне писать. Вот. Так что, кому интересно, у меня немного излишков, где-то около 10 стандартов сортов и примерно столько же миниатюр, но любой сорт, в принципе, вы можете приобрести листом. Напоминаю, что почтовый сезон только в конце апреля, скорее всего. Я не бронирую, потому что мне негде держать излишки. Кто первый купил, того как бы и детка. А листы, в принципе, круглый год, круглый почтовый сезон можете у меня заказывать. Отсылаю я тоже не 2, не 3 сорта, а хотя бы 7 сортов. Вот она, последняя полочка. Вот Мэрилин Монро. Вот такая у меня получилась. Здесь вот дубль «Галактический шторм» стоит. Тут все-все в детках, в пасынках, которые у меня лишние. Здесь этот «Аве Экстаз» тоже у меня дубль. Я взрослое, наверное, растение пристраиваю, чтобы место освободить. Здесь у меня «Mass Melody Girl», тоже кучу пасынков я наотсаживала. Вся я в детках, вот посмотрите, сколько теплиц. Вот здесь еще стоят листики. В общем, в этом году я буду расхламляться так знатно и не буду ничего себе покупать, я решила. И на окошке кое-что зацвело, может быть, что-то пыльное, сразу предупреждаю, хотя я их мыла, наверное, месяц или два назад. Это NK Shakespeare Sport, посмотрите, какой интересный, с белым фэнтези. Этот сорт белый, с фиолетовым центром, но у меня спорт фиолетовый, с белым горохом. Тоже его пристраиваю, потому что у меня есть шансон. Я даже не знаю, что выбрать, его или шансон. Вот она, Melody Girl. Хорошенькая, компактная. Здесь у меня зацветают георгины АВЭ сказочные. И два, смотрите, трейлера. Смотрите, как их продуло. Мне даже уже неприлично кому-то их предлагать, потому что не все понимают, что как бы вот эти вот листья от сквозняка, они не больные, не плохие, но они некрасивые. Поэтому пока головы трейлеров я уже не предлагаю. Здесь АВ Наполеон. Шикарные, огромные цветы. Только-только начинает у меня зацветать после переукоренения, потому что стоял на окошке, не под лампами. И здесь вот этот вот сорт АВЭ «Звездное лето». Тоже его продуло немножко, какие-то цветочки подгорели. Вот видите, подгорели на солнышке. Вот такой получился
Ну и последний подоконник. Здесь у меня стоят крупные стандарты. Blue Dragon. Все уже заложили цветоносы. Сейчас у меня самое такое время, когда весна. И когда деревья еще голые и ничего не притеняет солнышко. Вот сейчас фиалки будут хорошо цвести на подоконнике. Потом, естественно, все в зелени и сплошная тень. Но с другой стороны, хорошо, квартира не нагревается летом. Здесь НК-лилон лила будет довольно обильно-таки цвести, если вытянет, да. Потому что у него очень крупные цветы и розетка. Я не знаю, почему так вымахала. Может быть, я ее раскормила. Здесь трейлер. Он тоже трейл элонг. Смотрите, немножко простудился. Огромный куст. Хотя я его недавно обновляла. Тоже предлагаю с него голову срезать для укоренения. Потому что у меня его много. Ни деток я не сажаю от него, потому что это неудобно. Удобнее отрезать голову, человек укоренит, и будет уже хорошее крупное растение. Ванил трейл после полного омоложения здесь начинает зацветать. Хороший кустик уже пушистый. Здесь АВЭ. Небо в алмазах. Есть у меня укорененный листик. Очень мне нравится этот сорт. Он очень компактный. Посмотрите, какая листовая пластина. И довольно-таки хорошо цветет шапкой. Давно не видела шапки, наверное, с прошлой весны. Ну, потому что это подоконник. Вот. Тут не предугадаешь. Ждешь шапку. Вот весной она бывает. Летом потом уже жарко, как я вам сказала. И листья. И уже, конечно, сложнее зацвести шапку. Я и не прыгаю. Как цветут, ну и хорошо. И здесь мой любимый старый сорт Lion Spirit Treasure. Очень-очень он яркий. Хоть я и не люблю такую расцветку. Но вот одна в коллекции должна быть. Цветы такие хорошенькие, рюшастенькие. Розетка тоже у него довольно компактная. Сейчас чего-то тоже, видимо, я раскормила. И всегда с шапкой. На этом все. У нас уже солнышко на улице, весна пришла, потепление. Надеюсь, что такая погода всем нам хотя бы немножко улучшит настроение. Я с вами прощаюсь. Всем пока.